Давайте послухаємо. Добрий вам день. Єдине прохання, будьте лаконічні. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий день, ви мене слышите, Да, будь да? ласка, ви в ефірі. Да. Это Геннадий, Луганск. Угу. Ну, коммунистам у меня нет никаких вопросов, а вот Михаил Васильевич, я как член рядовой член партии регионов, хочу вас спросить. Можно вас спросить? Да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Михаил Васильевич, вот у нас насчитывается больше миллиона членов партии. Правильно? Абсолютно правильно. Вот. Ну что там нет умных членов партии, только вы ну, самого тупого всегда на этот, на программу вы приглашаете. Я прямо не могу вас слушать, понимаете? На все Луганские уже плюются, если слышат фамилию. Запытание, запытание, запытание. Мы ж тут... Ну, что этому недоумку? Какой вопрос? Разумел. Я отвечу. Вы знаете, вот много в Луганске умных людей, а дураку дали выступить, да. Давайте... Я понимаю, что вам заплатили, и вы выступаете. Ну, вы проплаченный, проплаченный казачок. Проплаченный. Знаете... Таких дураков в Луганске 5-10 человек. Остальные все умные, да. Проплаченный.